あれをあれおおおおおあれをあれおおおおお。Всем привет, с вами Паша и Катя. Всем привет. И сегодня мы снимаем Oreo Challenge. И также сделаем giveaway, так что обязательно смотрите видео до конца, чтобы узнать условия и выиграть подарочки от нас с Катей. Ну, начнем. Да. Приступим к вызову. Я сходила в магазин, купила несколько видов печенья и, ну, конечно, Oreo, только с разными вкусами. Мы их спрятали вот в этот пакетик. Паша не знает, какие там вкусы. Да, чтобы я не видел, что там за вкусы. Да, поэтому ему будет сложнее, чем мне. И мы будем закрытыми глазами пытаться угадать, да, что это за вкусы. Ты будешь вытягивать, а мы будем закрытыми глазами и будем угадывать. Да, так как штучка у нас для закрытия глаз только одна, Катя будет закрывать глаза вот так, и вы обязательно следите за ней, потому что она жулик еще тот, чтобы она не подглядывала. Ладно, ну все, начинаем. Начинаем. Так, я закрыл глаза, ты закрывай глаза. Все. И я вытягиваю. Покажи всем. Первый у нас будет вот таким вкусом. Я, правда, не знаю, правильно ли я держу или нет, но вроде упаковкой. Правильно? Все нормально. Я справился с этим. Держи. Ты где? Ты закрыла глаза? Да, закрыто. Так, не нюхай, давай кушать сразу. Раз, два, три. Так, что могу? Блин, какие они вкусные, боже мой. Прикольненькие. Во-первых, они очень хрустяшные. И такие мягенькие внутри начиночка. Так, что за вкус? Очень знакомый. Сейчас я поняла, что за вкус, наверное. Я не могу понять. Ну, раз, два, три? Нет? Или как? Ну, давай, не знаю. Раз, два, три. Ванильный. Лимон. Точно, это лимонный. Давай, открываем глаза? Давай. Да, это лимон. Да, это лимонный. Вначале вообще непонятно. Блин, как я мог не отгадать ванильный? Ой, ваниль, лимонный. Вначале вообще непонятно. А потом... Прикольный. Потом вообще вкусно очень. Мне очень понравилось. Так, давай сразу следующую. Давай. У нас их очень много. Я закрыл уже глаза. Я тоже. Достаю следующую упаковочку. Она вот так вот выглядит. Надеюсь, все видят. Я открыл, держи. Так, не нюхаем. Скорее. Не нюхаем, но я уже по запаху, когда открыл, понял. Ты поняла? Его прям яркий очень вкус. Мне очень нравится вот этот вкус, потому что я очень люблю этот вкус. Это не тот вкус, что ты думаешь, мне кажется. Это именно тот вкус. Ты готова ответить? О, ты чувствуешь, что... После дискуссии в конце? Нет, ты чувствуешь, они как будто... как это, стреляют? Нет, мне еще не стреляют. Ну, мне сначала я такой думал, о, это тот вкус, который нельзя называть. Ну, какой ты думал? И мне кажется, что это ментоловый мята. Ну, а ментоловый либо мята? Тут два разных? Да. Это ментол. Да, это ментол, наверное. Давай откроем глаза. Это мята. Блин, зачем я тебе сказала? В смысле, так а ментоловый мята это не одно и то же? Они такие вкусные бетули. Обалденные. Самый мой любимый Орео. Так, едем в следующий. Кис-кис-кис-кис, закрываем глаза. Я закрыла, закрыла. Все честно, давай. Где-то были, я видел маленькие, вот. Достал маленькую упаковочку. Мне интересно, что это за вкус. Но эти мне очень кисленько поддались и открылись. Я уже стал профессиональным открывателем, держи. На счет три, раз, три. Так, что-то ореховое. Нет? Ну, давай ты скажешь, потому что я, скорее всего, знаю. Я понюхал. Ну, ну это орех. Это просто, нет, это простые орео, только. Ты мне даже не дашь ответить? Ну, говори. Я не знаю. Ты сказал, это орех. Ну, какой-то орех. Белозинат. Нет, это... Типа Golden Oreo, просто обычные. Можно такой... открыть глаза? Да, давай откроем. Это вообще стандартный Oreo! Это самый стандартный! Кис! Ну смотри, они в Таиланде как-то другие немножко, нет? Мы, ну, мы вообще пробовали только стандартные. Стандартные мы пробовали в Таиланде. Да, в Таиланде. И ванильные уровни.
Это одно и то же. А, да? Да, со стандартными, конечно, звуки немножко. Я почти угадала, но все равно, блин. Все, закрывай глаза, я тяну. Да, я закрыла, давай. Тяни. Так, пакет. Что-то такое ощущение, что падает. Как глаза закрываешь, они начинают сразу дезориентация проснуться. Следующие будем пробовать вот эти. Вроде правильно держу, не знаю. Все посмотрели? Держи. Давай. Пробуем? Я попробую, понюхал. Я нечестно играю. Ну, я думаю, ты сейчас угадаешь. Да. Вот эти, кстати, почему-то твердее, чем. Угу. По запаху, да? По запаху вообще понятно. Причем, ну, как бы мы не нюхаем, но все равно понятно уже весь запах. Ну, это ментоловый. Раз те были мятные, то ну, это... Ну, да. Пепперминт это. Да, пепперминт. Они красненькие? Да, красные внутри. Прикольно. Это пепперминт. Не останавливаемся на достигнутом и пробуем следующий. У нас еще очень много загадочных для меня вкусов. Кстати, Паша тянет специально, потому что я знаю, ну, какие ты же покупала, они. Да, да. Там есть большие пачки и маленькие. Закрыла уже глаза? Да, да. Это достал уже. Фига она какая пачка огромная. А, это уже подсказка была? Вот такой вкус. И следующие печенечки готовы к бою. И опять, зачем я жвольничаю? Постоянно их нюхаю. Я знаю, что это такое. Это... Я знаю, что. Мне не нравится. Тебе они не понравятся. Я не люблю. Давай на счет три. Это арахисовое масло. На счет три? Да, да, арахисовое. Я посчитал, да? Можно открою? Да, это арахисовое масло. Мне не нравится арахисовое масло. У тебя все зубы черные. Тяни следующую. Вот такой вкус. Что же там? Что же там? Вроде той стороны показываю. Нет, я не той стороны показал. Ребятулечки, вот она вот таким вкусом. Так, я открыл и я что-то тут поломал. Они, они нам бракованные дали, держи-ки. Блин. Ну да, не? Подожди, держи вот эту. Ну вот половинку. Тут, подожди, у меня тут они как-то развалились, и половинка там не половинка. И на кухне сейчас будет чисто. Давай, пробуй. Я чуть не могу понять, что за вкус. Вообще непонятно. Ну-ка, если крем лизнуть. Где он? Я не знаю, просто сладкие какие-то. Нет, я знаю, что это за вкус. Вот это как раз голден, как ты сказал, нет? Ну, возможно. Но нет, это другие. Это, короче... Открывай глаза? Давай, откроем. Да, это голден. Ну... Понятно, нифига они развалились. Голден. Голден на Рио. Стандартный, только с белой печенькой. Ну что, тянем следующую? Давай. Ты закрыла глаза? Закрыла. Вот почему я должен закрывать как бы глаза вот этой повязочкой, а тебе все верят на слово. А я должен обязательно нечестно подглядывать. Ребятулечки, следующий мы будем пробовать вкус вот именно такой. Точно такой? Либо вот такой. Думаю, такой. Я профессионально уже обученными пальцами шуршу упаковкой и открываю ее. Я открыл. Не нюхай! Держи. Давай. Раз, два, три. Их даже не нюхай. Нет. Боже мой. Вот это вкус так вкус. Я не знаю, что это, но это божественно. Я тоже не знаю, что это за вкус, но дает мороженым. Почему они такие? Я знаю, что это. Это какое-то мороженое, пралине. Какие еще бывают? Подскажи мне. Это шоколадное, карамельное. Солтит карамель. Не знаешь это что? Есть еще ММДМ с таким вкусом. Не знаю. Такой необычный вкус. Арахисовый? Но это как мороженое. Ты, в принципе, правильно практически угадал.
Ну давай, открываем. Ну говори, я скажу давай, что это. Это birthday cake. Ну типа торт. Да. Да. Они внутри разноцветные, смотрите. Они божественные. Они очень. Не знаю, видно, нет. Ну вот они так же, как на рисунке, вот с такими штуками. Вообще очень вкусные. Вот эти тоже пока что в топе моего вкусовых предпочтений. Мне кажется, все, лучше не будет этих. Давай следующее, тяни. Тяну! Там уже коробочка-то пустеет на самом деле. Потихонечку. И на этот раз я вытянул вот такие. Всем нравятся вот такие. Кто вообще, ребятуля, пробовал Орео печеньки? Напишите нам обязательно в комментариях. Я думаю, что пробовали так все, и кому, но они, я думаю, нравятся. Стандартный в основном. Я стал открывать по-другому их. Держи. Давай. Я взяла. Взяла? Зачем? Я, у меня, короче, знаешь, автоматы начинают нюхать. На самом деле я их открываю, они как бы уже, ну типа это. А я не чувствую. Я? Ну, может, у меня нос заложен. Я пробую. Давай. Ничем не выделяющийся вкус. Тоже хрустят. Что-то я не могу понять. Вот это просто карамельный. Это вообще нет. Бывает карамельный? Это шоколад. Да почему? Нет? Не знаю. Но они ничего не выдают, не просто обычный вкус. Но они похожи на стандартные. Ну, ну да. Как бы и такой, ну есть какая-то сладость больше, чем стандартных. Угу. Ну пока в глаза смотрим. Да, шоколад. Ты отгадала, у тебя сейчас получается неплохо. Ну ты должен был знать, что тут шоколадные есть, хоть я как. Я не знал, что есть шоколадные. Я ванильные жду. Ванильные, это стандартные. А, да? Да ванильные, что такое? Капец, Маша. Когда будет ванильные? И в пакете остались последние штуки. Да? Да. Но мы уже на самом деле очень много попробовали. Я на самом деле давно их так покупала, что вот я даже сейчас не могу вспомнить, что это может быть. Я аккуратненько. Показал их всем? Что... Я забыл вам показать, ну что вы, блин. Вот такой вкус у нас, смотрите. Видите? Мы вам покажем, когда отгадаем. Давай. Держи. Раз, два, три, раз, два, три, я не нюхаю. Ну, не знаю. Да, я знаю, что это. Можно я попробую первый? Давай. Это грецкий орех. Там нет такого. В смысле? А что это такое? Почему тебе кажется, что они какие-то ореховые? Нет ореховых. Вот это, ребятули, 100%. Я даже не знаю, не помню. 100% грецкий орех на вкус. Ну, в принципе, похоже на орешку, но там нет ореха. Я открываю. Давай. Это, в общем... Это зимний Орео. Я не знаю, какой это вкус, поэтому мы его и не угадали. Просто... Это зимний. Зимний чоколадный. Почему у них вдруг зима ассоциируется с красным цветом? Да, красные. Ну, они вообще выглядят прикольно. Но на вкус так. Ничего особенного. Похоже на оригинальные просто. Ну. Смотри, надо так вот есть. Хоп. И все. Вкусно? Может, кстати, они вот типа ореховые, правда? Нет? Я красивый? Ты на вампира похож, как будто только что крови попил. Ну что же, ребятуль, давайте подводить итоги. Какие тебе понравились? Мы попробовали 9 вкусов разных печенек. И мой топ-3. Топ-3? Топ-3. Это birthday cake. Да, это да. Очень вкусные, мне понравились. Потом ментоловые и пепперминт. Ну, это как один, я считаю. Ну, мне больше понравились просто минт. Мне тоже минт. Зеленый. И лимонные. Вот и это лимонные, мои три. Да. Но самый вкусный – это день рождения пирог. Да. Очень вкусный. Да, торт просто вообще какой-то божественный. Прям вообще очень классно. Там еще были тоже торт, только с печеньем не с черным, а с белым. Мне показалось, ну, я думаю, наверное, с черным вкуснее. Ты не ошиблась. Да, наверное. Да. Ну вот, наше видео подошло к концу. Теперь мы расскажем об условиях giveaway. Вы дождались. Мы подарим вам 2 упаковки Орео печенек на ваш выбор вкуса, какие вы захотите. Да.
и открыточку от нас с Катей. И условия такие. Вам надо обязательно оставить комментарий к этому видео. Быть подписанным на наш канал. Это два. Подписаться на нашу группу ВКонтакте, ссылочка есть в описании. И репостнуть это видео из нашей группы ВКонтакте. Да. Это самое главное. Да. И через 10 дней мы случайным образом выберем счастливчика, который получит эти божественные печенюшки. Всем советую. Да, я думаю, все любят Орео, поэтому мы решили, что нужно с вами поделиться этим. Советую вот. Всем выбирать. Birthday cake. Да, он очень вкусный. Ладно, ребятулечки, надеюсь, вам очень понравилось наше видео. Обязательно оставляйте свои комментарии. Пальчики вверх. Пишите, кто какие любит вкусы больше всего, кто пробовал, кто не пробовал. Подписывайтесь на наш канал, если вы еще не подписаны. На нашу группу ВКонтакте тоже. И... Всем пока-пока. Пока-пока, ребятули. Жесть, просто начала так нормально усики там сделала, потом бровь, панду из меня начала. Я говорю, что за крюк вообще? А, я понял. Это Мане или как она там? Как она называется? Мадонкой? Да.